Здравствуйте, дорогие подписчики. Как видите, все очень печально. Игра не сохранилась. И поэтому в этот раз я запишу сразу мне сколько серий. Как же это все печально-то, а? Разработчики, что же вы со мной делаете? Игра шикарная, да. Мне все нравится, но сохранение не производится. Что же это такое-то? Опять эти коробочки, опять эти деревья рубить, опять эти ветки собирать. Ну да ладно. Будем мыслить позитивно. Так. Камушки. Камушки. О, я хожу сквозь хвост. Как мы помним, сейчас должны чучмеки прибежать. Быстрее давайте тогда почистим все это дело. Вон они уже идут. Угу. Ложу мне со всех сторон. Сейчас где мы появились? Интересно, любопытно. Вон они патрулируют. Там что еще есть? Прыгай, чувак. Идем отсюда. У нас тут очень, конечно же, а, помню это место. Место я это помню. Туда если пойти, там тут наш домик, который мы строили в прошлой серии. Давайте в этот раз ходим в другую сторону. Сейчас вот тут соберем, всего наберем, всего наберем и пойдем. Мячик. Исследовать побережье. Потом, может, вглубь континента в этой серии сходим. Чисто от любопытства, что же там такое посмотреть. Правда, нас могут... Бежим! А, бежим! Вы это видели? Черт побери, там их дофига. Просто дофига. Офигеть. Отстаньте, чучмеки. Отстаньте от меня. А, бежим. Идем быстрей. Просто офигеть, сколько их там. Раз, два, три. Они плывут? Четыре. Или они под водой идут за нами? Как нырнуть? Четыре, так, там четверо. Где они? Где вы? Я иду. Я не плыву, ребят, я иду. Слышите шаги? Дай бог, они за мной плывут. Они под водой стоят. Мало того, стоят, они ходят под водой. Конечно, очень все печально. Так, что это такое? Шарик, это палка. Что будем делать? Птичка на воздухе. Чё смотришь? А ты чё смотришь? Иди отсюда. Иди, говорю. Иди. Пшт. Вон этот обходит. Куда нам тебе податься? Давайте выплывем. Вон девка какая-то. Да, окружили они меня. Бу, бу. Он с какой-то палкой. Подводники, блин. И чё? И чё будете делать? Чё там село? Все ближе, ближе и ближе подкрадывается. Я помню, она меня на удар убила. Так, ребят, что делать? Бежать, не бежать? Иди сюда. Прыг. Вы видели? Прыжок веры. И что? И что ты там бегаешь? Иди. Иди сюда.
Все, я труп. Сейчас появлюсь там в пещерке, скорее всего. Прыг, прыг. Ну ладно, зато сейчас посмотрим, что там в пещерке. И выйдем с пещерки. Давай свет включаем. Это другая пещерка или та же? По-видимому, та же пещерка, но немножко с другой стороны. Так, медикаменты. Что такое? Зубы? Типа мои, что ли? Отлично. Уже тут рук. Ой, извините. Так, все свеженькое. Недавно завезли. Похоже на ту, чьи головы висят на каждом углу. Так. Что-то тут пистолет. Но мы его брать не будем. Не будут. Мы его брать не будут. Вы поняли. Так. Что тут? Что тут? Что тут? Где тут? Что тут? Где тут? Быстрее собираем. Вот сейчас чебуреки эти придут. И будет там пилюлю. Пилюлю. Надеюсь, этот топор помощнее будет, чем тот. Контрол. Отлично. Фонарик давайте, наверное, достанем. Фонарика нет. Вообще замечательно. Вода. Давайте на выход сразу. Ну их нафиг. Тихо. Вроде никого. Сразу на выход. На выход. Я помню, меня тут зажрали. Где выход? Выход где? Где выход? Черт! Нет. Нет. Не хочу с вами разговаривать. Вы мне противны. Клятые скотиняки. Вроде сюда. Или нет? Нет, не сюда. Мы назад вернулись. Что это такое? Стоп! Ага. И это я помню. Раз. Два. Отлично. Ну, идите сюда. Идите сюда, где вы? Может, он в руках не взорвался. Подонки. Будем их сжечь. Здесь оружие. Где-то тут они были. Интересно, где? О! Черт! Иди сюда. Гори. Гори в аду. Слева еще один. На. Иди сюда. Этот топор помощнее. На тебе, чебурген. Умри. Умри, умри же, умри. Фух, не, я не маньяк, просто ненавижу этих страшных засранцев. Давайте их добьем. Отлично, голову нам надо, руки тоже. Сделаем из них потом себе что-нибудь полезное. Так. Что? Броня? Ладно. Чё, топор нет, мне лучше топор. У нас два топора в руках, ребят, видите? Ну чё, с этим топором стало повеселее. Блин, даже как-то можно осмотреться. Так, чё тут?
Все-таки, когда дают оружие в руки, уже не так страшно становится, но все-таки они пугающие какие-то твари эти. Что мне зажигалка не сломалась. Не пойму, куда идти. Людям дай света. Света дай людям. Светка ни в какую. Так. Куда нам надо-то? Там под водой, наверное, надо проплыть. Что-то уж и забыл. Где-то еще эти чебургены, по-любому. Сейчас не удивлюсь, под водой будет зажигалка гореть. А вроде сюда. Стоп, это не вода. Что-то такое? Ты чё? А, камни. Показалось, черепа большие. Что тут? Не знаю, лучше не будем смотреть. Пойдем дальше. А вроде сюда. Вроде сюда. Тихо. Ух. Будем полностью исследовать или пойдем наружу? Помню, тут должно быть несколько ходов. Офигеть. Да, вот один ход туда. Второй, видимо, наружу. Давайте осмотрим все-таки. Вдруг стайку эту завалим. И нас уже меньше. Что? Там какой-то фаер горит. Что это такое? Медикаменты. Стоп, давайте подлечимся. Раз. О, отлично. Комбины. Это армор был. Так, это комбинировали. Нету армора. Ладно. Давайте возьмем еще один коктейль Молотова. Ну, твари, где вы? Где вы, скотина? Офигеть. Фонарик. Свечки, книжки. Что это вообще такое? Это типа их дом? Страшные какие звуки тут. Мне сейчас бок толкнуло. Давайте сюда сходим. Стоп, надо в руки взять. Что делаешь? Надо в руки взять топор. Этот топор как-то повеселее. Ну, где вы? Давайте. Давайте по одному. Еда вроде есть, аптечки есть. Кто вы? Мать вашу. Все, я расхотел. Уходим. Уходим отсюда. Что это там было? Фух. Ну что, ребят, будем мочить? Давайте попробуем. Вдруг там что интересное дальше. Так, вроде последняя комната. Иди сюда. Ты кто? Кто ты? Что это вообще? Она меня убила с одного удара. Да, это было жестко. Офигеть. Знаете, что я думаю? Давайте на этой печальной ноте закончим эту серию. Мы все-таки посмотрели, что там в этом подземелье. Что не стоит к этой заразе идти. Я, кстати, немножко сглупил, надо было в нее кинуть этот огненный коктейль Молотова. Ну ладно, тем не менее, все нормально. В следующей серии мы начнем от самолета, скорее всего. Будем исследовать весь материк, потому что вглубь дальше пойдем.
Подписывайтесь, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, оставляйте свои комментарии, всего хорошего и до встречи.